Всем привет! Видео хочу начать с радостной новости. Посмотрите, чье яйцо у меня. А это индюшинное яйцо. Первое вчера снеслась индюшечка. Скорее всего, бронзовая, которую топтал индюк. Она потому что сама перед ним садилась. И это значит, что она уже созрела и вполне могла снестись. Вот такое вот яичко, еще небольшое, размером с куриное. Очень рад я. Жду сегодня от нее тоже, но пока что нет. Принес вот птице отходы. Это еще там от компота ягоды. Сейчас дадим, покормим их. Видео будет недолгое, потому что у нас мороз. Я себе руки отморожу, холодно уже. Вот тут креветки. Им это очень вкусно и полезно. И хлеб они очень любят. Ну, хлеб им не так полезен. Надо чуть-чуть взять этим товарищам. Пускай тоже кушают. Ну и вот еще ягодки от компота тоже им сейчас дам. Кушают. Гляньте, какой уже гребешок прям растет, растет у этой курочки. Вот-вот занесется. Очень жду тоже. Ну, надеюсь, это вот поместная маранша. Очень надеюсь, что она будет нести яйца все-таки как маранье. Но посмотрим. В общем-то, движутся к нам морозы очень сильные. Вообще для нас это будет супер мороз. Для каких-то регионов это, конечно, вообще норма зимой. Но у нас, чтобы вы понимали, что даже плюсовые температуры зимой. Ну, максимум там вот там минус 2, минус 3, ну, минус 5. Максимум там минус 10, может. Но вот совсем скоро ночью будет минус 16 и минус 27. Минус 27 это вообще для меня какая-то шок-фантастика. Для меня эта температура немыслимая. Я очень переживаю за птицу. Сарай неотапливаемый. И, в принципе, не для таких условий. Мы как бы не привыкли к такому. Поэтому я не знаю, что будет. Ну, надеюсь, все нормально переживут. Закрою их на ночь в сарае, чтобы не выходили, не мерзли. И думаю, все будет хорошо. Но как бы минус 27, это прям вообще... Мне вот даже интересно, как это на улице будет ощущаться. Наверное, не выйти будет. Если, ну, разница вот между нулем и 27, минус 27, 27 градусов. Если плюс 27 это жарко, 0 это холодно, то насколько холоднее при минус 27? Я не понимаю. Наверное, если побыть в минус 27 и потом в 0 градусов пойти, то будет жарко по сравнению с минус 27. Сколько слов 27? Не хочет постоянно на камеру не пушиться. То вечно ходит напушенный, подкатывает тут к девчонкам. Как камеру включаю, он ходит обычно. Вот такие вот у нас дела. А водоплавающим вообще пофиг. Они плескаются. Ну и что, что мороз, подумаешь. Им лишь бы искупаться. Воду налил, они плещутся. Смотрите, промерзнете, будете как сосульки стоять. Все, руки уже мерзнут очень сильно. Буду заканчивать видео. Всем пока.